Кстати, Вейкинов никогда вообще не рассматривал как позицию. И вживую никогда не видел. А это прям влюбился в них. Шикарная рыба. Цвета нереально яркие. Ну да, для пруда, потому что размерчик будет у них под 25 сантиметров. Сейчас сбоку покажу. Вот так выглядит. Очень ярко. Помпончики. Тоже интересная рыба. Не знаю, почему ее не возят в Россию. Ни разу не встречал. Хвосты просто шикарные. Темно уже, не видно ничего. Ранчушки. Ну, есть прям неплохие по цвету и по форме рыбёхи. Вот этот интересный. Вот эти волокна шикарные. Много хорошей рыбы. Хаманишики. Ничего, есть такие тоже интересные. Молодые еще, правда. Без наростов. Аранды есть прям очень крупные, короткое тело, как положено, большой нарост. Жемчужина коллекции. Этот продан. Но есть еще много интересных. Хвосты, блин, просто отпад. Вот это хвост. Прям тасакин. Желейки. Водяные глазки, в смысле. Как такие чудики могут не нравиться? Это ж просто.
Мне кажется, они смотрят прямо в душу. Есть такие прикольные чуваки. Один глаз в душу, а другой прямо. Вот один. А, тут еще один такой есть. Классно. В этом их изюминка. Тоже прикольно. Окрасы такие интересные, яркие. Тощие, правда, надо откармливать. А вот он этот чувак. То ли травма у него с глазом, то ли что. В общем, глаз у меня один в одну сторону, другую. Уникальный.